Всем привет! Меня зовут Александр Евгеньевич, и это канал Red Army Airsoft. Совсем недавно мы делали обзор на AS-вал от компании LCT и сравнивали его с AS-вал от компании NPO AEC. К сожалению, на тот момент у нас был образец NPO AEC 2012 года. И многие зрители справедливо отметили, что такое сравнение не совсем корректно. Ну что же, исправляемся! Этот выпуск нашего канала будет посвящен обзору совсем свежему AS-вал от NPO AEC 2014 года. Ну и конечно мы его сравним с продукцией от компании LCT. В рамках данного обзора мы не будем полностью разбирать привод и вскрывать гирбокс. Во-первых, потому что изменения 2014 года коснулись в первую очередь внешних параметров и степени копийности по отношению к боевому образцу. Во-вторых, потому что компания NPO AEC использует в своих приводах всем хорошо известный гирбокс от LCT. Для обзора привод предоставлен в следующей комплектации. Собственно, сам привод, механический магазин, модель 20 патронов, вместимость 50 шаров. И аккумулятор, который подходит к ВСС и AS-вал. Кстати, привод приехал вот в таком вот чемоданчике. Мы сразу спросили у производителя, что сейчас вместо коробки будет использоваться такой. На что нам ответили, что пока нет, но они думают на этот счет. На самом деле было бы очень неплохо. А собрано все качественно, люфтов нет. Все детали выполнены из стали. А пластик выглядит более аккуратно, чем в модели 2012 года. И визуально копирует текстуру боевого образца. Рассмотрим глушитель. Итак, длина глушителя 32 см, что также соответствует боевому образцу. Текстура и размер накатки также стали походить больше на боевой оригинал. Глушитель снимается все так же, нажатием кнопки и поворотом глушителя на 180 градусов. Проводка жесткая, тонкая. Сразу установлен Т-коннектор. В модели 2014 года установлен тонкий стволик 6,02 мм производства NPO AEC. Стволик стальной. В глушитель установлен уловитель внутреннего стволика. Не обязательно сопоставлять все на глаз. Достаточно просто одеть и повернуть. Все достаточно просто. Рассмотрим прицельные приспособления. Мушка с возможностью регулировки. Ну и все так же целеуказатель от АК. Качество пластика и текстура копируют боевой образец. Высота цевья в модели 2014 года стала меньше. Связано это с тем, что высота ствольной коробки также стала меньше. Привод стал более компактным и больше походить на боевой образец. На приводе есть маркировки, как на боевом образце, так и страйкбольные AEC и 6 мм. В модели 2014 года приемник магазина получил перегородку, которая исключает люфт магазина и его негативное воздействие на камеру хоп-апа. Рассмотрим приклад. По словам производителя, в модели 2014 года расстояние от пятки приклада до спускового крючка полностью идентично боевому прототипу. Швы от сварки на прикладе выглядят аккуратнее, чем в модели от 2012 года. Приклад по ощущениям стал немного удобнее, хотя это мнение субъективное. Возможно, человеку с другим ростом и комплекцией покажется по-другому. Моторная рама все так же производство NPO AEC. На моторной раме предусмотрены упоры, которые надежно припирают стенки пистолетной рукоятки, исключая лифты и предотвращая ее повреждения. Непонятно, почему NPO AEC при их стремлении к копийности в модели вала 2014 года до сих пор не сделали правильную защелку ствольной коробки, а также правильный переключатель огня. Кстати, о переключателе огня. Переключается он туго и сложно, сделать это одним пальцем нереально, по крайней мере в новом приводе. Наверняка многих волнует вопрос, что стало с креплением оптики в модели 2014 года. В модели 2014 года планка крепления оптики стала короче и отличается от боевого прототипа. Но несмотря на это, на привод правильно встают боевые прицелы. Например, боевой прицел ПСО встает на правильном расстоянии от тыльника приклада. По словам производителя, сделано это в первую очередь для того, чтобы привода соответствовали требованиям к тренировочному оружию спецподразделений. Проведем хронометраж.
На этом первая часть обзора закончена. В следующем выпуске мы сравним образец от NPO AEC с приводом от LCT. На этом все. С вами был Александр Евгеньевич. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши вопросы в комментариях. До скорого!